Так, ну, в общем, приехали мы на речку. Места вот вы сами видите, да, то есть у нас здесь места живописные. Ну, тут, то есть участок мы посмотрели по Google картам, очень-очень хорошая, вода идеальная просто, как нам надо было, как мы хотели уже давно. 3 месяца не были на рыбалке, именно на Головлевой, так что посмотрим, что будет. Ну, все, пойдем. Вот они места пошли наши. Родимый. Так, я знаю, короче, потише чуть. Так, бы здесь грязище не утонуть еще. Так, решил я половить на чабика золотого. Решил я поменять. Убрать пока. Чабика поставлю, наверное, Смита СР-ку такого вот раскраса. Крючочки острые очень. Мы ловим с крючками, только безбородыми одинарниками, чтобы менее травмировать рыбу. Сейчас посмотрим, как отреагирует на Смита Головль. У Сани вроде поклевка была уже. Вот видите, такие вот застежки. Какие-то они не очень, в общем. Неудобно цеплять. Но прицепить можно. Ну, играет он, конечно, идеально. Саня уже ушел за перекат, пробую там поймать. Мы сейчас пойдем тоже туда за перекат. Но места здесь очень красивые, сами посмотрите, здесь очень-очень-очень красивые места. Ну вот, друзья, это первый Головль на сегодня. Взял он на Смита. Ну, маленький, но, блин, уже с почином. То есть это уже очень-очень приятненько. Так, отпустим его. Сейчас вот сюда встану, где потише водичка. Сейчас мы его освободим. Ну вот, как говорится, начало положено. А стоял он, получается, вот где тиховодина, вот здесь. А он стоял вот ровно, где начинается течение. Вот там вот он сразу и клюнул. Причем взял он, повторюсь, на 2 крючка сразу. Посмотрите, это такой многоквартирный домик. Здесь обязательно должен быть Головль. Сейчас посмотрим, проверим, есть он там или нет. Его сопровождает плотва. Как охрана. Причем плотва. Мелкий Головлик. Блин, наверное, не видно будет. Вот он стоит прям. Но не хочет брать. Мелкий-мелкий был.
посмотрите. Очередная поклевка. Закинул прям под кустик, туда вот, под веточки эти. И поймался вот такой вот малец. Такой вообще очень-очень маленький голавль. Ну, клюнул уверенно, хорошо. Сейчас мы его сразу отпустим, чтобы он не мучился. С безбородыми крючками это делать очень просто. Мы его даже не будем брать. Все, голавль уже на свободе. То есть с такими крючками это сделать очень-очень легко. Очень просто. Ну, мелкий, очень мелкий голавль, конечно. Хочется что-нибудь такого покрупнее. Так, сейчас нам надо как-нибудь перебраться на тот берег и обкидать вот те вот, вот ту яму. Там яма идет, по картам мы смотрели. Так что сейчас будем переходить туда. Вот по таким вот зарослям мы ходим. Ну все, перебрались мы на этот берег через заросли. Всего подряд там была и крапива, и ожина, что там только не было. О, Саня тоже открыл сегодня счет. На Смит взял тоже. Смит, я же говорю, у нас тут Смит — это самая убойная приманка. Все, голавль был благополучно отпущен. Вообще мелкий, вообще. Вот такой вот голавль. Это прям, я не знаю, это, наверное, самый маленький, который я вообще когда-либо здесь ловил. Это очень-очень мелкий такой. Блин, бедненький взял. Зацепился он. Куда-то под глаз. Надо его отпустить быстрее. Жалко смотреть, когда так голавль цепляется. Куда-то под глаза. Или еще куда-нибудь. То есть реально жалко. Опять мы идем по лесу. Так, а у тебя на что, Сань, взял? На Смита? На Смита. А. Мелкий, правда, ну да, вот мы поймали 5 штук, в общем. И они прям, ну, очень маленькие. Конечно, не особо радует. Но это лучше, чем если вообще бы ничего не клевало. Хоть что-то. Посмотрите, какая крапива он впереди. Метра 4, наверное. Я такой еще никогда не видел. Я тоже такой не видел никогда крапивы. Вообще, да, ужас. Решил я поменять приманочку. Прицепил Понтун 21 приманку под названием ФОП. Вот такая вот, такой вот сейчас. Стиляга. Да, переводится дословно как стиляга он. То есть вот такой вот расцветочки, очень красивая такой. Посмотрим, сейчас попробуем, покидаем, как он себя поведет. Летит он далеко, то есть он идет прям вот по поверхности. Мне надо все-таки суспиндос вешать 100%. Саня поймал голавлика мелкого, вот такой вот. А ну, Сань, покажи. Ну, то есть они такие, да, малышки вообще. Отпускай, отпускай. Сейчас покажем. Крупный, видимо, спит пока еще. Покажи. Вот такой вот. Смит. Вот такой вот Смит, да. Камион СР. Такой черный у него глазки, такой он оранжево-розовый, прозрачный такой. На жучка какого-то. Да, то есть он... Ну, Смит работает стабильно всегда. Так, решил я поставить 35-го риджа. Вот такой вот интересной яркой расцветочки. Попробуем покидать его. Что у нас из этого выйдет? Ставил до этого ФОП, но ФОП не любит течения вообще. Посмотрите, какой. На что зацепился? Продрага?
Посмотрите, какой на Редрага зацепился монстр просто. Огромный. Это вообще что-то уже. Посмотрите, какой. Ой, подожди. Вон, гляньте, какой. Маленький, а уже хищный. Поставил подделка с Алиэкспресс. Ну, под Смит Камио. Ну, он, конечно, чуть-чуть крупнее. Такая вот расцветочка у него привлекательная, я думаю, для головля. Глаза такие розовые. На него я ловил. Он, наверное, размерами такой, как... А, вот. Нет, поменьше, да? Поменьше, да. Вот оригинал. Это Магнум. Ну да, примерно как Магнум он. Угу. Да-да-да. Это видите, как подделка на Магнум, да. И то вот есть... у него вот крючки стояли большие. Его, ну, с китайской. Тройники, да? Тройнички, да. И он был тонущий за счет этого. Я вот поменял крючки, тройники, поставил с оригинального Смита. На оригинальный поставил одинарники. Вот, и он стал плавающий. То есть, ну, ты сюда тройники с оригинального Смита, да? Да, да, да. А, и то есть из-за того, что они, короче, маленький вес, теперь он плавающий, да, стал? Да, да, вообще. Ну, нормально. Ну, ша попробуешь, что будет, он да? Так, да, вот сейчас как раз на него поклевка была маленького. А, ну головчика. Вот. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот так вот на китайского Смита, вот с Алиэкспресса, вот такой вот красавец. Уже, это, наверное, сегодня самый крупный будет у нас. Да. Это у нас сегодня трофей. Так что для новичков, в принципе... Да, в принципе, можно... Не бойтесь заказывать, вот, пожалуйста. Вот, да. Китайский с Алиэкспресса, сколько он, рублей 60? Да, где-то так. Около 60 рублей стоит. Ну, давай, отпускай. Да. Пусть плывет дальше. Все. Вот он. Красиво. Вот он, вот он. Это было красиво. Красивая поклевочка такого. Да, да. Этот уже более-менее посолиднее, чем те были. То есть этот такой уже получше голавлик. Сейчас. Вот так вот. Для куржипса это... Да, для куржипса это еще, блин, приятно. Уже да. То есть вот такой вот небольшой такой голавличек. Мы его сейчас быстренько отпустим. Вот так вот, в одно движение, раз, и все. Вот в этом огромный плюс безбородых крючков. Да, меньше. Да, и рыбу меньше травмируешь. То есть, а вышел он прям, получается, к поверхности за ним. Я чуть-чуть сделал, я видел, как он за ним идет, я сделал небольшую маленькую такую паузу, и вот он на паузе взял его. Зато очень уверенно клюнул. И опять не на камеру. А поклевка была красивая. Да, очень. Сегодня работает Смит и его копии. Опа! А, да, да, есть, есть. Мелкий-мелкий вообще. Но это уже, видимо, рядом с тем стоял. А такой вот малыш. Очень такой. Ну это прям вообще, то есть. Очень-очень маленький. Пусть идет. Подрастает. Ну вот видите, как стоит по над берегом. Вот там, кстати, просили у нас в группе на цуребитовские кренки сделать обзорчик, показать вообще, как они играют. Ну, показывать, как они играют, мы будем позже. А да, то есть сейчас Саня поставил Sexy Mino 30F. В такой у него цвет. Пузико такое оранжевое, верх салатовый, а бока такие серебристо и с такими пятнышками голубые и розовые пятнышки. То есть, ну, сейчас заценим, как он будет. Ну, на него я уже ловил, но он в воде себе очень тоже хорошо идет, держит течение хорошо. То есть из бюджетных облерков тоже достойный. Меняли мы приманочки, чуть посидели, поговорили. То есть я поставлю шакаловского футера, One Footer называется, он такой вот, расцветочка у него Mad Tiger, такой хороший, попробую на крупненького половить. А Саня повесил... Вот, я хочу Strike Pro Cranky 40, вот, я на него ловил, как раз на голову, да, очень хорошо набивает.
ну это, так сказать, подделка под известный, под Джекал Чаби. Вот он оригинал. То есть да, вот это оригинал идет, а это подделка Strike Prussian. Ну то есть очень-очень похожи они. Да, ну у него тоже очень такая хорошая высокочастотная игра. Он долго вообще в воде держит течение хорошо. Молодец, это такой, это плавающий флоутинг. Тут у него отметочка есть. Попробуем вот на эту рассветку сейчас, что будет. Вот оригинал. То есть да, сейчас попробуем я на вот этого. То есть он такой крупненький, крепыш. А это Саня попробует на Strike Prussian, то есть копию. То есть будем. Я потом, также вот у нас тут такой наборчик у меня есть. То есть я потом, так будет видно, наверное. Я потом попробую, то есть и на Цурибитоске, на Усами. Ривер Туси есть миножка маленькая. Я на нее, кстати, здесь на Куржипсе даже плотва на нее цеплялась. То есть будем пробовать, дальше расскажем. Так, решил я прицепить снова Чабика 38-го. Попробовать хочу на него. Он такой, на солнышке даже хорошо играть. Так что сейчас попробуем. Он струю не очень, он любит, конечно. Из воды он выскакивает. Ну а где вот потише водичка, там будет он идеально работать. Таня, он сейчас идет, что-то расскажет. Что-то он повесил. Китай, да? Бюджетная подделка Ridge от Seabase. А что за? Ну это Китай, да? Это Касадака. А, это Касадака, вот такой вот он. Да, это копия на Ridge. То есть вот такой вот. Расцветочки он. Верх зеленый такой у него прям. Пузико желто-оранжевое. И такие салатовые бочка. Короче, места. Места такие. Бомбовые места. Вот они идут, начинаются. И вот пошли туда, там ямы. То есть будем пробовать здесь сейчас. Пока попробуем. Тут камешки такие. Головаль тут должен стоять. Ждать вот с этих вот круч. С обрывов, что падает что-то, должен быть здесь однозначно. Стараемся ходить очень тихо, меньше разговаривать. Хочется больше поймать крупняка. Крупняк он, как все знают, очень шугливый, поэтому ведем себя как можно тише. Вот еще одна подделка от фирмы Sprut. Вот, вот такой вот. Вот рассветочки. Похож на Джекал Чаби. Называется Unicrank 36. Написано, что флоутинг, плавающий, но на самом деле он тонущий. Да. Но опять тут возможно крючки, если не знаю, ему легче поставить, тогда он будет. У меня есть плавающий. Маленький. Ну, сейчас пробуем. В воде он себя тоже достаточно неплохо ведет. Так, такая хорошая, хорошая частотная игра у него. Струю он цепляет вообще жестко. Фрикцион аж трещит. Да, хорошо держит струю вообще. Вот. Ну, пробуем. Ну, сейчас почему-то какой-то зайти. Все такие вот места были хорошие. И ничего. Тишина. Нет. Ну, сейчас будем пробовать еще. Ну, в общем, уже вечер. Мы чуть-чуть поменяли место дислокации. Речка та же, но переехали в чуть другой район. Такой более где, в общем, отдыхающие вечно трутся, купаются, едят и пьют. И тут был, я выловил, вытянул одного голавлика небольшого. Один сход был, такой более-менее. И один был тоже мелкий, еле ударил, короче. Не засекся он там. Не зацепился. Ну и в принципе все, поклевок стало вообще очень мало. То есть даже мы на том месте предыдущем, где мы снимали. То есть как-то с утра поклевки были, то есть ну, много-много было.
поклевок. Хоть он и мелкий, но поклевок было много. А ближе к обеду так вообще он замолчал. Голавль куда-то он, видимо, пошел отдыхать. Поэтому вот такие вот дела. Поднялся ветерочек еще. Саня, он все купается, никак не накупается. Все купается и купается, купается и купается. Не накупается никак. Одно удовольствие. Сане одно удовольствие. Короче, я приехал половить рыбу, а Саня покупаться. Вот и все. Ну и в принципе больше ничего нового нет. Он крупнее, чем все, или нет? О! Видел? Тихо, тихо, тихо! Вот он второй пошел. Ну, замещаю. Опять Смит. Такой вот голавлик мелкий. В общем, идем мы домой. Ну, в смысле, не прям домой пешком, мы к машине идем. Ну, поймали мы сегодня где-то штук 16-17 где-то, в общем, за весь день. Ну, они все, то есть, с ладошку. Там есть вообще меньше еще, ну, примерно с ладошку. Там, может, чуть самый крупный, чуть-чуть больше ладошки. Ну, и, в принципе, все. Вот идем. Зато получили массу эмоций. Красоту посмотрели. Да. Все надо ценить, это уважать, это наша родина. Находились, короче, по крапиве походили, по ежевике походили, ноги по колючкам, да, походили, комаров покормили, головля половили, воды попили. Ну и в принципе все. И всем пока, всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, побольше ставьте лайков, побольше смотрите, побольше комментируйте. Все, всем пока. Ни хвоста, ни чешуи.